Здоровче! Сегодня от Михаё вышел ролик, посвященный годовщине игры, и как ни странно, это самый задизлайканный ролик среди всех на официальном YouTube-канале Genshin Impact. Обычно ролики на официальном канале набирали в среднем 98% лайков, всего лишь 2% дизлайков, а тут ролик не успел выйти, как уже 8000 дизов набралось. Оно и понятно, игроки ждали какой-то дельной информации от разработчиков и достойных наград, а получили не совсем внятный ролик, в котором ничего не рассказали. Как поспал, братишка? Я тебе покушать принес. Да, были показаны Сяо, Хутава и Ганьюи с намеком на их ближайшие рераны, но камон, это и так было понятно, что их рераны будут в ближайшее время. Игроки ждут, когда разработчики выйдут на контакт, а Михуё как будто обложились бетонной стеной и не хотят даже слышать просьбы игроков, делая вид, что все нормально. Зато веб-ивент подкатили, из которого можно вытащить немного примагемов. Пацаны, вообще, ребята... Классно. Ведь на запуске игры награды были гораздо более щедрые. Они сами задали эту планку, и понижать ее это как минимум нелогично. Поэтому те, кто играют давно, ждут как минимум подобных наград. И речь не идет о бесплатных легендарках. Возможно, это действительно слишком жирно. Но, как можно заметить, на просьбы комьюнити Михуё отвечать и не собираются. Поэтому не стоит ждать от них сюрприза. Ведь уже 28 сентября, и никакого чуда не произошло. А как вы считаете, на что должны пойти разработчики, дабы исправить ситуацию? Если ролик понравился, с тебя лайк, ну и подписаться не забудь. А я в ответ постараюсь радовать вас новыми роликами и стримами. Ну и на этом, покеда!